Всем доброго дня. Сегодня у нас на установке замечательный автомобиль. Это Range Rover 405 в комплектации SV автобиография. Это настоящая SV автобиография. Это максимальная комплектация этого автомобиля. На него мы будем устанавливать электроподножки оригинальные. Вот, так как у нас есть и пороги АТС электро, и пороги оригинал также. Мы их закодируем в Incontro Touch Pro. Все, соответственно, ставится по штату, все по оригиналу. И в этом же автомобиле мы закодируем функцию разблокировки видео в движении. Потому что больше мы сюда закодировать ничего не можем, потому что в ней есть все. Вот. Но это желание клиента, он попросил, владельца этого автомобиля, то есть он попросил, чтобы мы разблокировали движение, и, соответственно, мы это сделаем. Давайте посмотрим пока, как идет установка оригинальных порогов. Раньше, если в Range Rover проводка тянулась по всему багажнику, то сейчас это гораздо сделать проще. То есть это, они сделали... Давайте я вот с этой вам стороны покажу слева, потому что справа мы уже поставили. Ребята, разрешите. У Range Rover с каждой стороны, если здесь посмотреть, есть вот такой штекер они сделали. То есть этот штекер сделан для порогов, чтобы укоротить проводку. То есть у нас короткая проводка. В оригинале она также существует в длинном виде и в коротком, скажем так. То есть у нас короткие проводки в оригинале, то есть мы откидываем вот эту часть и подключаем штекер для двигателя. То есть это, ну, намного облегчает, ускоряет весь процесс установки. Вот оригинальный блок, который мы тоже сейчас установим в штатное место. Этот блок у рестайлинговых Range Rover, этот блок теперь управляет и порогами, и электрофаркопом. Поэтому если владелец этого автомобиля захочет установить электрофаркоп, то ему не придется докупать еще блок, то есть он подключится прямо к этому блоку и также закодируется в Incontro Touch Pro. Сейчас установим блок, и потом я вам уже покажу, как мы будем устанавливать сами кронштейны. Кронштейны вы не раз видели и наши АТС-овские. Вот это оригинальные кронштейны, они идентичные, полностью идентичные друг другу, что наши, что эти. Вот, ну, оригинал гораздо дороже. Сейчас мы устанавливаем сами кронштейны. Ну, у нас кто-то из ребят устанавливает кронштейны. Все тоже устанавливается в штатное место. У Range Rover есть специальное отверстие уже с резьбой, то есть все прикручивается туда, где это должно стоять. Вот. Кто-то у нас ставит кронштейны, кто-то обрезает у нас уже нижнюю защиту. Нижняя защита здесь тоже режется все по шаблонам. То есть в этом плане Range Rover вообще красавчики. То есть здесь есть специальные пунктирные линии, по которым уже отрезается сама нижняя защита для того, чтобы не цепляла кронштейны, когда мы их установим. Здесь на самом деле, неважно оригинал или пороги АТС, все устанавливается в течение там, не знаю, 2 часов. Сейчас мы все установим, установим все кронштейны, все соберем полностью и уже займемся самой кодировкой. Мы закодируем пороги центральный монитор в Incontro Touch Pro и как раз закодируем функцию разблокировки видео в движении. Это мы уже сделаем в самом конце. Затягиваю сразу. Сейчас мы устанавливаем левую панель для регулировки кронштейнов. Мы регулируем ее по панели, то есть мы сразу не затягиваем кронштейны, мы сначала их наживляем, соответственно, то есть они не прикручены. Ставим панель, центруем два кронштейна, передний и задний. Сейчас мы затянем панель, ну и, соответственно, сама себя центрует между кронштейнами. И потом затянем кронштейн. Потом я вам покажу саму панель, в чем разница оригинала от неоригинала, ну, от панели АТС. Потому что в 2018 году они переделали сами панели в оригинале, они стали с прорезиненным верхом. Выглядит, смотрится очень хорошо и очень-очень хорошо в эксплуатации. Но это мы покажем вам, когда опустим автомобиль.
Закончили работу с этим прекрасным автомобилем. Range Rover 405 в комплектации своей автобиографии. Это наиполнейшая комплектация в этом автомобиле. Мы здесь установили электроподножки оригинал. И также закодировали функцию разблокировка видео в движении, как я вам и говорил. Я вам еще обещал рассказать про панели, чем отличаются оригинальные панели от порогов АТС. Если посмотреть на оригинальную панель, она идет с прорезиненным покрытием полностью. Это они начали делать с 2018 года. Раньше они шли точно такие же панели, как и в АТС-ских порогах. Ну, эта панель, врать не буду и что-то рассказывать про другие панели. Она очень удобна, очень практична. Ну и никогда не поцарапается и не облезет. Все, этот автомобиль мы закончили. Начинаем заниматься следующим автомобилем. А вы подписывайтесь на нас, приезжайте к нам, и на ваш автомобиль установим любые пороги. Всего доброго!